Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 73 на странице 48. Прочитайте. Объясните лексическое значение слов. Белый, черный. Это два цвета. Ласка, ласка. Ласка может быть это нежное отношение или ласка может быть зверь. Красивый, прекрасный. Означает то, что какой-то предмет является очень красивым. Месяц, месяц. Первое слово «месяц» может означать календарный срок в 30 или 31 день. Во втором случае «месяц» может быть синонимом к слову «луна». Месяц, луна. Это два слова, которые обозначают одно и то же небесное тело. Сладкий, горький означает вкус. Багаж, вещи. Багаж – это вещи, которые обычно перевозят с собой. Ветер, ураган. Ураган – это сильный ветер. Горячий, холодный – означает температуру чего-то. Почки, почки. Почки – это может быть орган человека, и почки могут быть на дереве перед тем, как на них появятся листья. Пеночка, пеночка. Пеночка может, например, быть на варенье, когда его варят. И пеночка – это птица. Друг, товарищ – означает человека, который может поддержать другого в трудный момент. Зло, добро. Бросать, кидать. В каком словаре можно найти каждую из пар слов? В словаре синонимов, антонимов, амонимов. Итак, давайте еще раз прочитаем данные слова и выясним, чем они являются: синонимы, антонимами или амонимами. Но сначала вспомню, что такое синонимы. Синонимы – это слова, которые имеют близкое лексическое значение, но совершенно противоположное, совершенно разное произношение и написание. Антонимы – это слова, которые имеют противоположное значение. Амонимы – это слова, которые имеют совершенно разное лексическое значение, но одинаково пишутся и произносятся. Итак, белый, черный – это антонимы. Ласка. Ласка – это амонимы. Красивый, прекрасный – синонимы. Месяц – месяц – амонимы. Месяц – луна – синонимы. Сладкий, горький – антонимы. Багаж, вещи – синонимы. Ветер, ураган – синонимы. Горячий, холодный – антонимы. Почки – почки – амонимы. Пеночка – пеночка – также амонимы. Друг, товарищ – синонимы. Зло, добро – антонимы. Бросать, кидать – синонимы. Распределите слова в три группы – синонимы, антонимы, амонимы. Запишите слова группами. Итак, давайте сначала запишем синонимы. Красивый, прекрасный. Месяц, луна. Багаж, вещи. Ветер, ураган. Друг, товарищ. Бросать, кидать. Теперь записываем антонимы. Белый, чё с буквой ё, рный. Сладкий, горький. Горячий, холодный. Зло, добро. И амонимы. Ласка, ласка. Месяц, месяц. Почки, почки. Пеночка, пеночка. Устно составьте предложение с одним из слов. Составим предложение со словом «ураган». Это сильный ветер. Начался сильный ураган. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.